Настя, покажи язык. Не кусается? Ставят хвостиков. Деля. Всем привет! С вами Селена Свей, и сегодня у меня маленький гость. Иди сюда. Это Настюля, красотуля. И Денька. Вот они, красотуньки. Садись. Садись. Дыщу. И сегодня мы будем для вас, это, скорее всего, для детей, наверное, видите, но я думаю, взрослым тоже будет интересно, потому что я набрала всякие вот такие вкусняшки. У нас такой магазин здесь недалеко есть, и я так посмотрела, что очень много необычных вкусняшек, мне захотелось их попробовать вместе с вами и вместе с детьми. Ой, сколько вкусняшек, сколько вкусняшек. День. Ты же Настю закрыл. Ну, садись. Садись. Да. Это вот тоже я не знаю, что такое. Надо по очереди все пробовать. Большой кассетки купить. Что будем первое пробовать? Давайте попробуем вот эти семечки. Смотри, лидер. Детские семечки, кстати. Ядра подсолнечника, жареные, цветные в сахаре. Вот такие семечки. Попробуем? Крошки мои, семечки. Дэнь, ну ты не будешь пробовать. Держи. Пробуй. Дэнь, тебе нельзя. И мам попробуй. Дэн, ты такие вкусные. Вкусные? Угу. Понравились тебе? Угу. Ну, обычные семечки. Сладкие. Отдадим родителям, пусть тоже попробуют. Они такие присели там. Что дальше? Смотри. Потом семечки мы эти поедим как следует. Это, получается, ребенку дала, да? Вы, кстати, заметили, что мы вместе с хвостиками, с Настеной. Вот это вот какая-то мороженая зефир с клубничной начинкой. Тоже интересно попробовать. Как же ее открыть? Нужны ножницы. Как хорошо, что мы не одни тут. А что там недалеко от ножниц, кто-то еще находится. Спасибо. Так, открываем нашу зефирку. Дэнь, куда ты пошел? Сиди с нами. Пахнет зефиркой, и она вот в такой вот вкусняшке. На. Пробуй. А чё язык синий? Настя, покажи язык. Ну, кусай. Тянется плохо, да? Жуется? Тебе нравится? Тебе, если не нравится, ты говори, мне не нравится. Мне не нравится. Ну, давай другую вкусняшку тогда пробуй. Давай? Да. Если тебе это не нравится, вкусняшка, давай я попробую. Зефирка, короче, не свежая, она как-то тянется. Это не очень вкусно. Бедный ребенок. А смотри, что Денька нашел. Шоколадная ложка. Я гадки. Вот такая шоколадная ложка. Давайте откроем, посмотрим, что же шоколадная ложка тут у нас. Как она выглядит? О, какая шоколадная ложка. Классно. Ты будешь пробовать ложку? Кусай. Подожди. Вот так откусила ложку шоколадную. Тебе нравится? А Дэнни нельзя. Он еще такой нет. Мы отложим ложку. Ой, господи. Все сыпется тут. Мы отложим ложку на потом. Что еще у нас тут есть интересное? Что будем открывать следующее? Смотри. Спасибо, Настя. А там что-то удельное. Слушай, смотри, что здесь есть. Здесь есть вот такие вот Angry Birds шипелка, коллекция стикеров. Во.
Будешь пробовать шипелку? Давай откроем шипелочку. Здесь у нас вот такие две штучки. Наверное, просто две упаковочки. Мы сейчас попробуем. Давай попробуем. Давай попробуем. Смотрите, тут шарики. Сейчас мы откроем так аккуратно. Покажите шарики. Шарики, да, тоже попробуем. Тоже шарики попадают. Так, смотри. Открывай ротик. Я тебе шипелки накидаю. Тихо. Дэн, тише. Бедный ребенок. Да как ты это терпишь? Попробуйте. Оно кисло-сладкое. Тебе нравится? Угу. Прикольное, да? Да прикольнее так. Тебе нравится? Угу. Так, а Настю? А это что такое? О, сейчас мы попробуем с тобой, что это такое. Это еще у нас вкусняшка такая есть. А ну-ка, Дэня. Настя, иди сюда. Иди вот сюда, садись на место Дэньки. Поближе. Иди сюда. Садись сюда, Настя. А то тебя совсем не видно. А ты тут сиди, вот здесь, посерединке, вместо Насти. На тебе все. На, все игрушки тебе. Вот, мы будем у тебя брать и пробовать. На. Наська, а ты сюда поближе ко мне. Так, что у нас дальше? Шарики. Ты хочешь шарик попробовать? Дай шарик. Отдай шарик. Один. Один шарик дай. Дэнь. Один. Посмотри, какой. Дыня. Так, иди сюда. Дай сюда шарики нам. Куда ты дел шарики? Вот это что такое? Ты где шарик делал? Вот это что такое? Сейчас мы будем вот это с тобой кушать, он же все же тырит. Давай вот это, потом шарики. Так, что это такое? Это у нас чупа-чупс. Чупа-чупс, кола, туб. Что это? Это жевательный мармелад. Давай попробуй. Давай. Ну, это чупа-чупс попробуй. Такой вот он. Кусай. Не кусается? Ой. Они оттягивают. Это жевательная конфета? Мармелад. Ой. Она действительно как Кока-Кола. Как Кока-Кола. Угу. А внутри какая-то фигня непонятная. В общем, мы потом это съедим. Они оттягивают. Тянется. Это чупа-чупс Кока-Кола. Жевательный чупа-чупс. Он не трогает. Так, не трогай, Настя, на эти хвостики. Шарики. Не красивые. И мои не трогай. И мои не трогай, понял? Не трогай, мои хвостики тоже. Так, что дальше будем пробовать, Настя? Вот такое. Блин, ты хочешь, сходи вон к родне. Прогуляйся. Банановое суфле. А батончик в молочной и шоколадной глазури. Слушай, я смотрю, что это все вот гадкий я. Очень много приколов там каких-то вкусных. Наступает, да? Вот такой батончик. Подкупает. Сверху шоколад. А ну-ка, на, Настя. Давай все жуем. Он желтый тут, смотри. Как твои эти хвостики. Ну-ка, попробуй. Вкусная. Вкусный. Вот эта штука банановая внутри. Такое вкусное суфле банановое. Косточек нету. Тебе нравится? Класс. Мы все это будем откладывать, потому что потом, что больше всего тебе понравится, мы это и будем кушать. Что будем дальше пробовать?
Шарики. Какие? А, шарики, там... которые Дэня унес и где-то их потерял. Дэня, где шарики? Мне что-то в руке еще покажу. Ой, Ля, разлил мне тут на мое белое покрывало, разлил вот этот вот сок. Целое там... Смотри, целое пятно. Что? Целое пятно на покрывале, Дэня! А что я залили? Ничего страшного? Ну ладно. Такой будем пробовать? Да, зайчка, давай шарики найдем. Дэнь, куда подеял? Дэнь, куда ты подеял шарики? Давай шарики в конце, короче, ты это пробуй. Давай следующее, что? Вот такой. Вот такой, иди садись сюда. Так, что это такое? О, это самая приколюха, это помада. Помада? Карамель. Карамель, помада. Помада, карамель, да. Выглядит она вот так. Как губная помада. Ух ты, она еще с каким-то приколюхой какой-то такой. Можно попробовать? Конечно, можно. Вот так вот двигается. Офигеть! Вы видали, когда это такое? Да, конечно. На, соси. Дэля, отставь от хвостика. Дэля. Ты что сделал? Ты почему сестру обижаешь? Ты почему сестру обижаешь? Но-но-но. Еще раз по жопе. Ты понял? Тебе нравится? На, смотри, попробуй сама повытаскивай вот так ее. Она вытаскивается и залазит. На. А ты можешь губы ей даже мазать? Давай. Давай губы мажу. А теперь облизывай губы. Они будут сладенькие. На, сама, учись красить губы с детства. Вот так, молодец. И облизывай. Красота! А когда тебе надоест, закрываешь крышечкой. На. У нас еще осталось, смотрите, какие приколюхи. Приколюхи? Приколюхи. Какие приколюхи? Я сейчас тебе расскажу. Вот такие вот жвачки мне понравились. Они, по-моему... Жвачки? Да, они, по-моему, вылазят. Это он попробует жвачки? Да. А жвачку можно ей пробовать? Пожуешь и выплюнешь, поняла? Открываем жвачку. Первый раз будет жвачка. Первый раз? Будет часть. Сладкая, да. Первый раз жвачки мы пробуем с Настюшей. Накрасить кубки, да. Ой, такой сильный аромат от них идет. Они, короче, вот такие. Интересные там. Держи. Полосочку. Они полосочками сделаны, вот такие. Жвачки. Не глотай. Жуй. Поняла? На, еще одну туда же жуй. В нее вжувай. Дэня. А, он Дэня помаду одну, видишь, забрал. Карамельку. Жуй, не глотай. А жуешь, когда уже будет не сладко, выплюнешь, поняла? Все, мы это все попробовали уже. Настя, проглотила? Проглотила уже. А ну покажи. Зачем ты проглотила? Не надо было проглотывать. Нужно было выплюнуть. Из-за этого ты и не ешь жвачки. Правда. Печеньки, еще печеньки у нас есть. Шарики это тоже жвачки. Да, шарики только... Да господи ж ты, боже мой, отстань, ножниц! Еще вот такие интересные печеньки я нашла в магазине. Красить губки. Дэня преследует меня. Это что-то мага. Мага красить, и я буду печесть. Жуй. На.
Оно, кстати, тает быстренько во рту, что для детей очень хорошо. Тебе вкусно? На. И здесь еще прикол всякие. Вот львенок. На, ешь. Бери руками. Жуй. Она сладкая. Дэня, жуй. Она сладкая. Сладкая. Так, теперь нам нужно найти все-таки наши кружочки. Наши шарики. Еще. Надо и дай. Чего бросила? Вот еще. Все бери в рот. Все в рот. Вот. Не должно пропадать ничего. А? Я ищу шарики. Все, пошла искать шарики. Ура! Я шарики нашла! Шарики нашла. Шарики нашла. Иди садись сюда. Ты шарики, между прочим. Из-за тебя мы шарики потеряли. Вот такие шарики, как в детстве были у нас. Мы сейчас запробуем. Так, пообещай мне, что не будешь глотать. Жуешь, потом не отдаешь. Понимаешь? Что за скандал? Жуй и не глотай. Да. А я розовый попробую. А тебе нет. Нет. Не скандалить. Не скандалить. Какой-то привкус. Давай. Нет. Выплевывай. А что ты не раскусила? Раскуси. Раскуси и мне обратно отдай, вот так выплю, не поняла? Дэн, ну ты маленький еще. На печеньку. Ой, давай. Вкусно? Да. Еще пожуй и обратно мне выплю. Такое вкусное печенье, ты кайфуешь, Дэн. По чуть-чуточке надо. Одна жвачки глотает, другой печеньем давит. Охрененное видео. Издевательство над детьми. Ну все, мы все попробовали. Настя, тебе что больше всего понравилось? Что самое вкусное было? Вот такой вот. Вот это? Ты где оно не понравилось, наоборот? А вот где ложка. Вот оно вот. Ложка понравилась тебе? Не понравилось. Вот это тебе понравилось больше всего? Тогда и дай. Все, мои хорошие. Прикольно? Все, мои хорошие. Вот такое было видео. Короче, попробовали мы вкусняшки. А на самом деле так, чтобы вау-вау что-то сказать, я бы не особо понравилась. А тебе что-нибудь вау понравилось? Вот это вау? Вот это ешь ты вау? Скажи вау. 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 Все. Ну вот то, что мы едим, то вот вау и все остальное. Ну так, среднячок попробовать можно. Но это не значит, что я буду убирать там постоянно. Молодец, да. Все, мои хорошие. Ты рекомендуешь всем? Все, мои хорошие, мы с вами прощаемся. Целуюсь и прощаюсь с вами до следующего видео. Прощаешься? Говори всем пока. Всем пока. Ой, какой у меня трындец на кровати. Просто вообще. Вафли. Дэня с печенюхами сидит. Дэня все печенюхи высыпал, рассыпал там у него это. Как это? Как это называется? У него вечеринка печенюшная. Он кидается ими. Дэня, это вообще. У Дэни дома, да, сидит? Ой, все, вечеринка! У Дэника дома гуляет весь район, гуляет вся школа.